Крипы. Эл. Сегодня на обзоре энергетик жара. Здесь очень много кофеина. Зарядись, энергетик жара. Здесь кофеина 32 миллиграмма на 100 как миллилитров. Как в Редбуле. И таурина 380 миллиграммов на 100 миллилитров. Угу. Такого я еще нигде, по-моему, не видел. Не рекомендуется лицам до 18 лет. Также тут есть ешки. Раз, два, четыре ешки. Ладно, я заряжаюсь. Классика! Это классика, я же говорю. Да. Классика. Обычный Red Bull. Аня, что-то своё в Red Bull. Я вообще думал, что это какой-нибудь ягодный, типа. Я уже устал от ягодных. Кстати, ребят, стоит всего лишь 60 рублей. Если видите, то берите. Вы можете найти его в маленьких магазинах, потому что навряд ли будет в каких-нибудь пятерочках. А если и будет, там цену завысят, мне кажется. Да. Что за такое? За какие компоненты? Потому что там даже монстр всегда стоит без акции 75, что стоит там в магазинчике. По цвету он тоже классический, кстати. Язык не красит. Мне кажется, 10 из 10. Да. Несмотря на Е. 10 из 10 поставим. Всем советуем, это был быстрый обзор. Да. Если видите, то берите. Если не продают, хрен с ним. Все, все в порядке? Да. Всем пока, с вами был Кариб. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока. Фирменная крючка. Точнее, крючок. Дымок. Пахнет арбузной жвачкой. Да, кстати, даже тут пахнет. Ну, арбузная жвачка. Только с горчинкой будет. Какой-то горчинка. И арбузная жвачка. Что ж, этому из-за цены я ставлю 8 из 10. 5 из 10. Да, потому что цена 104, ты сам подумай. Вкус так себе. Вкус, да, такой себе. Я думал, будет более приятный. Поэтому жара с треском разбивает. Да, я думал, будет вкус мягкий такой, но он какой-то горьковатый. И еще цена вообще 104 рубля за такую маленькую баночку. Редбуловцы, вы совсем офигели. Жалобу отправлю. Все, 5 из 10, ребят. Не обижайтесь. Любите Red Bull. Всем пока.